Вот и шалаша. Кончили занятия? Нет. Мне еще целых две песни переписывать. Ну, понятно. Я переписал все эти две. Понятно. Вот, видишь как. А головной убор-то где? Наверное, там забыл. Ну-ка подумай, где он у тебя? Без него за ограду выходить нельзя. Солнышко ударит по голове. Вы прячьтесь в это время. Тишки, приучать надо к памятливости. Им интересно это. Шалаш с дверьми, со стеклянными. Вообще. И там окно. Это вот готовим. Все получится на пруды. О. Ну давай. Это хлопцы приезжие. А головной-то убор где у тебя? Во! Давай. А тут яма. Ирина пошла. Так это не Катерина, кошку понесла. Это Ольга. А там Маша или кто? Соня. Вот она как. Я прямо не пошла. Вы там откройте ограду-то. Ограду-то откройте там двери в ограде. Гладик Тихонович. Чтобы не прыгать вам. Гладик Тихонович. А это кошку захватила. Понесла. Зачем она ее понесла? Гладик Тихонович. Гладик Тихонович. Да подожди ты меня маленько. Подожди, Малина. Так, еще? Да, короче, я говорю, меня ждут видео бабушка, дедушка, и как бы в ритм сказал мамушка, а не мама. Получилось то, что мамушка, а не мама. Вот так у меня получилось. Это хорошо, что вы приехали. Много покупаетесь, можно даже загореть, но я не знаю, полезно это или нет. Я могу рассказать, сколько я сделал. Вы научитесь дисциплине, за столом как сидеть, память у вас будет развиваться, чтобы ничего не забывали. Вы так приглядывайтесь. Давайте я расскажу, что я сделал. А? Давайте я расскажу, что сделал до купания. Девочки. Видите, ты босиком, а от этого в тапочках почему-то. Я отыскал дрова. Вот и сними их в руках, пронеси. Нога у тебя будет здоровая. Вот там я отыскал дрова. Еще помогал Кириллу в дежурстве. Дяде Володе эти для хлеба подтаскивал. Ведра еще таскал. Что еще я сделал? Кажется, больше ничего. Ну да, больше ничего. И потом только я отдохнул немножко, и мы пошли купаться. Вот так. Ну давайте, идите там. Что, занятия-то еще не кончились? Нет, просто вот. Вот я тут стою на стреме. Подошли, поговорили. Алеша, он крещение принял нынче. Сейчас я ему там собираю подарок из книг. Мне очень интересно, что он любит читать. Это сегодня в наше время редкое явление. В компьютере там пропадают, в интернете, а любит читать. Видишь, у него речь как поставлена, и он вспоминает. Все, скрылись, нигде никого нет. Прохладно там, не жарко, на земле. А из-за чего? В прошлом году была одна девочка с Казахстана. Ну, зовут Аня, по-нашему Нюра. Ну и вот она на огороде была, и что-то она, головка. Нет, мы были на этом, новый костер делали, ограду у костра, кострового. Ну и она, мне бы тенечек, в тенечек пошла,
А для меня это уже подтолкнуло она к тому, что надо делать. Я пришел, сколько ребятишек? 30 там, допустим. Ну, на 30 человек шалаш сделать, это чего-то стоит. Без головного-то убора не выходить бы. Ах, кошка опять у них вышла, поймали. И туда, видать, она через шалаш вышла. Видите, какая свобода у них тут. Вот вокруг это крапива, мы отбили. Вот они явились. Прошли, вышагивают. Пожалуйста. Новая душа идет. Девчонки такие интересные, бегают здорово. В играх участвуют. Вот так. Вот я тут стою издалека, метров 30 до них. Что-то они за шалаш пошли, чего они там. Вот так. Тарасе вышел. Там не видно с той стороны, туда не пойдешь, потому что там делать нечего. Но они заходят туда. Вот они. Алеша. Вы дверь не отпускайте так, иначе стекло расшибется. Аккуратно двери потихоньку отпускайте-то. Я за свое берегу. Вот там вышел и Егорушка. И как девочки все в платочках. Вот они, наши девочки. А вот они, наши красавицы. Вот так, во! Вот молодец. А где у тебя шапочка, головной убор? Не потерял? Сюда не надо было выходить без него. Вот они как. Вот какой репей я им принес сегодня какой. О, такая интересная шапочка. Вот там выходит последний, конечно, учитель. Виктор Николаевич, как всегда, с гитарой. Это Вика. Прекрасная девочка растет. Она мне очень нравится. Спокойная. Смотрит за малышами. Что там такое? Написано? I love you, I love you. О, ну ладно, вот она как. А кто это написал? Не знаю, валялась. А ты знаешь, что это означает? Любовь, что-то там такое. Ну, иди, любовь. Ах ты, любовь у ней. А где твоя шапка? То вот это только. Без головного убора старайся не выходить. Он потерял ее. Опять потерял? Ну, что ж. Поехал я домой.